Друзья, всем привет! Я Дима Шейкер, и это ZG-блог. Сегодня я бы хотел затронуть тему, о которой вряд ли кто-то задумывался. Меня иногда спрашивают: Дим, почему транс? Почему ты так любишь эту музыку, играешь, продвигаешь? Думаю, что и большинству диджеев задавали этот вопрос. Почему они выбрали тот или иной стиль музыки? Что в таких случаях обычно отвечают? Потому что мне нравится, потому что этот стиль меня вдохновляет, потому что это мое, ну и все в таком духе. Но ответив на этот вопрос подобным образом, как правило, мы дальше не задумывались, почему. Однако, стоило мне самому задать себе этот вопрос, почему транс, все оказалось намного глубже и интереснее. Итак, выпуск сегодняшнего видеоблога посвящен ответу на вопрос, почему транс. Мы попробуем проследить формирование музыкального вкуса и понять, как и из чего вылилось предпочтение к этому музыкальному стилю. Поехали! В прошлом выпуске видеоблога я сказал, что те, кто пережили клубную культуру 90-х-2000-х, очень счастливые люди. И это так. Это касается не только клубной культуры, но и музыкальной индустрии в целом. В этот период зарождались новые направления музыки, и мы были свидетелями этого. Звучание каждого музыканта, группы, проекта было уникальным. Мы ждали новых альбомов от наших кумиров, искали их в киосках, звукозаписях, у друзей, да везде, где только можно было, а потом затирали пленку до дыр. Помню, для меня была трагедией, когда кассета с записью Technotrex 92 года была испорчена, и я больше нигде в то время не мог найти эту запись. Но с появлением интернета я скачал все Technotrex'ы, которые были на тот момент. Однако эффекта как в 90-е уже не было, просто записи ушли в архив. Но давайте к теме. Итак, как же я пришел к тому, что мне до такой степени стал нравиться транс? В 80-е я, как и вся страна, рос на радио и ТВ. Из русского это утренняя почта, песни года разных лет и какие-то редкие музыкальные программы. По радио удавалось услышать больше зарубежной музыки, в частности Битлз, Майкл Джексон, Мадонна, Сандра, Сиси Кетч, Модерн Токинг и многие другие. Можно было что-то найти на виниле в музыкальных магазинах. Кстати, я очень люблю музыку Битлз, собрана практически полная коллекция их альбомов на виниле. В начале 90-х, когда появилось кабельное ТВ, транслирующее MTV Америка, и появление более продвинутых радио и ТВ передач, вызвали просто взрывной интерес к западной музыке. Я записывал все это на аудиокассеты прямо с телевизора, с радио, потому что многое достать было просто невозможно. MTV Америка в 90-х – это был клад для меломана. Постоянно крутились клипы Доктора Албана, Ace of Base, Ace 17, Pet Shop Boys, всех тех, на ком росло поколение 90-х. Также на MTV крутили много хип-хопа. Хип-хоп 90-х – это было нечто. Эта музыка просто въедалась в мозг. Я смотрел все о хип-хопе и даже что-то пытался писать сам. В период начала 90-х я, можно сказать, рос на хип-хопе. Cypress Hill, Dr. Dre, Ice Cube, Snoop Dogg, Criss Cross и множество других команд и рэперов. Для меня в то время это были идолы музыки. Но, конечно же, и помимо хип-хопа я много чего слушал. В 90-е каждый год появлялось что-то новое в музыкальной индустрии, и это не давало зациклиться на чем-то одном. Параллельно с хип-хопом такие команды, как KLF, Tone Limited, Technotronic, совмещали тот же рэп и хип-хоп с электронной музыкой. Это уже было новое электронное звучание, не похожее на то, что мы слышали раньше. И было бесполезно отдавать чему-то предпочтение. Вся музыка была интересной, и не было засилия этой музыки. Наоборот, был сильный голод, и ее не хватало. Появление команды U96 и хита Das Boot в 1992 году перевернуло мое отношение к электронной музыке. Это еще не был транс. В основном в этот период появлялись техно-команды. Но Das Boot, Love Since No Color, Love Religion и другие треки сделали свое дело. Таким образом, случился переход от попсы к хип-хопу и рэпу, а затем к техно. Можно сказать, что с U96 для меня начался новый этап в познании электронной музыки. Но что-то более близкое к трансу я услышал где-то в 1993-94 году. Это был проект Koto. Кто знает этот проект, поймет меня. Именно с этого проекта начинается тяга к каким-то клавишным пространственным мелодиям. Давайте немного прервемся. Если сейчас я рассказал о формировании вкуса благодаря радио и ТВ, то сейчас затронем немного другие источники. Я думаю, мои ровесники помнят такое чудо, как приставки Dendy и Sega. То, что в игры играть, это одно. Но я очень сильно обращал внимание на саундтреки к играм. Некоторые игры я перепроходил не из-за того, чтобы поиграть, а чтобы послушать музыку. И бессознательная тяга к трансу усилилась и с помощью приставочных игр. Именно в играх я нашел красивые электронные пространственные мелодии в сочетании с футуристическими игровыми звуками. Но как-то охарактеризовать эту музыку я не мог. Я просто хотел ее слушать. В качестве примера приведу пару игр. We'll be right back.
Понятное дело, что сейчас это, возможно, звучит нелепо, но тогда это был действительно один из значимых источников электронной музыки для меня. Скорость игровых персонажей вроде Соника в сочетании с пространственной музыкой сказались на моем музыкальном вкусе. Хотелось какого-то быстрого летящего саунда. Но вернемся к радио, ТВ и звукозаписям. После U96 пошли одни за другими рейв и хэппи-хардкор команды. Скутер, Маруша, Дюна и другие. Первым треком здесь оказался Move US от Скутер. Ускоренный темп под электронную бочку, и все это в сопровождении бодрого голоса HP Baxter с мелодичной ямой, уже где-то рядом с трансом. Мне сложно сказать, сколько раз на дню я слушал эту кассету, но еще больше я искал аналогичных исполнителей. Когда я услышал Million Miles From Home и I Can't Stop Raving Дюны, меня просто порвало. Эта музыка оставила неизгладимый след в моем сознании, и можно сказать, это был очередной этап формирования музыкального вкуса. Но хотелось больше музыки, больше разных исполнителей. Я общался с продавцами музыкальных точек, и как-то случайно в один из киосков завезли сборники Thunderdome. Если не ошибаюсь, это был 95-96 год. Одна этикетка на кассете чего стоила. Вот эти кассеты, и несмотря на то, что сейчас это уже фактически раритет, они в то время пользовались очень большим спросом, за ними гонялись практически все любители электронной музыки, в частности хардкора. Даже вот это вот, ну можно сказать уже это антиквариат, да, вот эта кассета, запись лайва 1996 года, одного из Thunderdome'ов, 20 марта 1996 года. Вот сейчас это уже просто украшение моей коллекции. И вот один из таких раритетов я купил тогда на пробу. И буквально через несколько часов я прибежал и забрал все, что там было. Так я познакомился с хардкором. К сожалению, в наличии были не все выпуски этой серии. Потом из разных мест доставал недостающие сборники. И в этом был кайф. Бегать по разным точкам, перебирать все, что там есть, и вдруг случайно наткнуться на то, что давно искал. Такого уже никогда не будет. Где-то в 2005 году был случай. Я зашел в Уоллес. Кто помнит, там стояла корзина с дисками на распродажу. Я, как обычно, искал что-нибудь интересное. И нашел. Не знаю каким чудом, но там лежал лицензионный двойник 12-го Thunderdome за 50 рублей. Через несколько секунд я был уже на кассе. Не поверите, но для меня это был настоящий праздник. Что касается хардкора, то мой брат надо мной угорал. Говорит, возьми дрель и молоток и получишь такую же музыку. Действительно, в хардкоре используется очень сильная бочка, и во многих треках звучат работающие электрические инструменты. С трансом это мало ассоциируется, но это привело любовь к хард-стайлу. Это была середина 90-х. И, кстати, именно в этот период появляется трек Роберта Майлза «Children». Мне даже кажется лишним что-то тут комментировать. Конечно, трек был восхитительный, но сказать, что благодаря ему я пристрастился к трансу, нельзя. Тогда я его воспринял как что-то новое, как все то, что появлялось в тот период. Тогда я еще не думал ни о трансе, ни о диджеинге, хотя в то время сам диджеинг казался мне чем-то сверхъестественным и недосягаемым обычному подростку. Если бы мне тогда сказали, что я стану диджеем, играющим транс, и более того, организую собственный трансфест, извините, я бы охренел от удивления. И снова давайте немного отвлечемся. Еще один источник, который формировал мой музыкальный вкус, это саундтреки к фильмам. «Индиана Джонс», «Терминатор 2», «Остров головорезов», «Назад в будущее» и многие-многие другие фильмы просто поражали музыкой, которая в них звучала. Я маниакально собирал коллекцию саундтреков. Сегодня в моей коллекции их уже достаточно много. Но ее жемчужиной является саундтрек к фильму «Дракула». Вот этот диск. Этот оригинал я привез из Шотландии. Понятное дело, что сегодня все можно заказать через интернет. Но тогда, в 2005 году, такой диск – это был настоящий клад. И сегодня это является фактически гордостью моей коллекции саундтреков. В саундтреках зачастую была инструментальная и оркестровая музыка, и она была не менее интересна, чем электронная. Также, параллельно танцевальной и электронной музыке, я слушал инструментальную, этническую, готическую, среди которых были Enigma, Deep Forest, Delirium, Mike Oldfield, Эра, Грегорианс и многие другие. Это действительно очень красивая музыка, с которой я отдыхал от электроники и хардстайла. И вот здесь произошел еще один интересный музыкальный симбиоз. Моя любовь к саундтрекам была очень сильна, особенно к фильмам ужасов, мистическим фильмам, когда звучали загадочные мелодии с детскими голосами, поющими песенки, или призрачный вокал, или отпевание на фоне церковных колоколов. Близкую к этому музыку я нашел у команды Dead Can Dance. Кстати, именно у них Future Sound of London взяли сэмпл с вокалом женщины для Папа Нью-Гвинея. Трек называется Dead Can Dance – Dawn of the Iconoclast. Но еще более глубокий поиск привел меня к музыкальному стилю Black Metal.
Раньше мне уже приходилось сталкиваться с представителями рока и альтернативы. Это Парк Горького, The Cranberries, Prodigy, Bon Jovi, Nirvana, Red Hot Chili Peppers и другие. Но до металла не доходило. И что вы думаете? Где-то в период 1996 года я подсаживаюсь на Black Metal. И такие названия, как Burzum, In Flames, My Dying Bride, Grave, для меня не пустой звук. И даже я нашел единомышленников в этой музыке и практически стал металлюгой. Но не спешите делать выводы. Да, в Black Metal есть электронные гитары, те же вопящие вокалисты. Но Black Metal характеризует очень интересный момент. Этот стиль музыки не акцентирует внимание исключительно на металле в его традиционном понимании. В нем есть много красивейших инструментальных тем с использованием пианино, скрипки, шикарного вокала. В том числе есть много мелодий, напоминающих саундтреки к фильмам ужасов. Да, есть в этом направлении откровенно адские темы. Но местами это красивейшие композиции, которые вы не услышите даже у обычных инструментальных исполнителей. Да-да, вы не ослышались. Послушайте, к примеру, My Dying Bride for My Fallen Angel. Кстати, небольшое сходство заметил. Paul Van Dyke for an Angel, My Dying Bride for My Fallen Angel. Видимо, речь идет о разных ангелах, один падший, а другой, видимо, наоборот. Но если честно, и сам Black Metal, как стиль музыки, очень интересен. Кстати, его часто используют как саундтреки к играм, вроде Devil May Cry и различным хоррорам. Вообще, такая музыка в состоянии депрессии самое то, а у подростков вся жизнь сплошная депрессия. Наверное, поэтому в молодости очень часто подсаживаются на такую музыку. Таким образом, в тот период я подсел на рок и металл, периодически слушал хардкор. Но 90-е просто поражали своим разнообразием. Отдавая предпочтение року и металлу, меня все-таки тянуло к электронному звучанию. И что вы думаете? Появляется музыкальный стиль электроиндастриал. Это смесь рока, металла, готики с электронным звучанием. Его яркие представители Cubanate, Noise Unit, Enomine, CyberAxis и другие. Моему восторгу не было предела. Я искал и скупал все, что было связано с этим стилем. В нем я услышал все, что хотел. И готику, и притрансованные треки, и гитарные рифы, и просто электронный саунд, отличающийся от того, что я слышал раньше. Именно электроиндастриал начал снова приближать меня к трансу. И в этот период я также узнаю о таких стилях, как AC-транс, техно-транс, псай-транс. И снова моя жажда музыки обогащает продавцов музыкальных ларьков. В 1997 году в музыкальном плане я снова стал ближе к рейв-музыке, электроиндастриалу, и псай, и эси-трансу. Летом 1997 года я ушел в армию. Кстати, я уходил под Блюман, кассету с которой купил буквально за несколько дней до призыва. Но, конечно, мы там слушали много и другой музыки. По возвращении в 99 году я был поражен, насколько продвинулась музыкальная индустрия. В этот момент я знакомлюсь с сломанными ритмами, также узнаю о стиле drum and bass. С точки зрения любви к электронной музыке, мне было это интересно, но я все же продолжал слушать что-то приближенное к транс-музыке. К примеру, очень любил слушать AC-транс, но это достаточно тяжелая музыка, и долго ее можно слушать только в авто на скорости, либо под чем-то. Хотелось чего-то быстрого, но более легкого и мелодичного, что-то вроде Роберта Майлза. Тут лидировали сборники Dream Dance и Rave Mission, пока в 2000 году я не услышал треки Пола Ван Дайка For an Angel и We Are Alive. Наверное, это было то, чего я ждал на протяжении всех 90-х. Все музыкальные симбиозы, происходившие в то время, почему-то привели в итоге именно к этой музыке. Легкий мелодичный саунд с красивым вокалом. Однако тяга к хардстайлу никуда не делась, но могу одно сказать. Именно музыка Пола Ван Дайка мотивировала меня заняться диджеингом. Уже позже, с появлением такого стиля, как аплифтинг и прогрессив транс, можно сказать, я нашел все, что искал в музыке все эти годы. Уже в 2000-х я услышал Кайвес Альберт, BT, ATB и многих других. А если вернуться к видеоиграм, в которых в конце 90-х саундтреками уже были полноценные треки, то если кто помнит на первой PlayStation игру Wipeout 3, вспомнит, наверное, трек Sasha Expander. После этой игры и этого трека я был обречен на любовь к трансу. Еще добавлю приставки PS1.
Возможно, кто-то помнит такую программу Music 2000, Music Creation for PlayStation. Кто не знает, это аналог всех сегодняшних секвенсоров. Что-то среднее между EJ и Ableton. Там можно было выстраивать треки при помощи сэмплов, но также была и возможность создавать свои сэмплы по нотам. Так вот, тяга к написанию музыки началась с этого секвенсора в 2001 году. Я успел написать 2 полноценных трека, не используя готовых сэмплов, прописывая все по нотам исключительно на слух. Из готовых использовались только голосовые сэмплы. Эти треки я потом записал на аудиокассету и спустя 7 лет оцифровал. Еще есть целая аудиокассета неоцифрованных незаконченных работ. Я практически никому не давал их слушать, но раз уж у нас сегодня такая тема, выкладываю эти работы на всеобщее обозрение. Ссылки в описании к этому видео. Этот стиль я бы охарактеризовал как New Age, но возможно у вас будут свои версии. Эти треки подвели определенный итог десятилетия 90-х. Об одном жалею, что писались они не в Ableton Live. Если вы обратите внимание, в этих работах используются симфонические инструменты, ломаные ритмы, электронные звуки. Где-то в 2002-2003 году мне попадается трек Hybrid Finished Symphony. После написанных мной первых работ мне уже трудно словами описать, что я испытывал, когда услышал его. Именно такую музыку я пытался создать. Но после продажи PS1 с написанием музыки фактически было покончено. Следующий свой трек я напишу только в 2007 году уже на Ableton Live, который называется Flying Island. Конечно, тот пройденный этап формирования музыкального вкуса был восхитительным. Столько разной музыки и стилей, которые появлялись в то время, поражали своей индивидуальностью и звучанием. Именно поэтому те, кто рос в 90-е, самые счастливые люди. Мы пережили все это в реальном времени. Как думаете, может ли пережить подобный музыкальный путь сегодняшний начинающий меломан? Я же, поняв, насколько меня тянет к музыке и возможностью ей делиться, начал поиск учебных заведений, которые обучают диджеингу. Обзвонил музыкальные школы, консерватории, все учебные заведения, хоть как-то связанные с музыкой. Но там и в помине такого не было. И лишь случайно оказавшись в одном заведении, я увидел диджея, стоявшего за пультом. Я поинтересовался, где можно научиться диджеингу, и он дал мне номер диджейской школы «Сопротивление». Ну а дальше первое выступление в клубе ПВ и начало диджейской карьеры. Если подвести небольшой итог, то за эти 10 лет я хотел услышать музыкальный стиль с быстрым темпом, порядка 130-140 ударов в минуту. Хотелось слышать в нем пространственные клавишные звуки, мелодии, которые присущи стилю New Age, в том числе и этнические. Также, чтобы присутствовала и хардстайл составляющая. Но хип-хоп тут не к месту, а вот хороший вокал вполне. Конечно, в 90-е это уже можно было услышать в AC Trance, Dream Trance и рейв музыке. Но именно аплифтинг транс 2000-х подвел черту под тем, какой музыкальный стиль я ждал. Вот так, друзья. После этого рассказа я не знаю, как можно ответить в 2 словах, почему мне нравится транс и почему я хочу его играть. Да, и по сути, то, что я рассказал, охватывает, наверное, 20% из того, что и как формировало мой музыкальный вкус. Если меня снова спросят, почему я играю транс, буду давать ссылку на этот выпуск блога. Я не знаю, как у сегодняшней молодежи формируется музыкальный вкус, которую кормят одним и тем же. Как тот или иной диджей выбирает сегодня свой музыкальный путь и стиль, когда фактически все звучит одинаково. Может, есть желающие рассказать? Отписывайтесь в комментариях, будет интересно узнать случаи из вашей практики. На самом деле, ребят, вот кто помоложе, вот отписывайтесь, действительно будет интересно узнать, послушать ваше мнение. Возможно, кто-то заметит, что я забыл сказать про то или иное имя, про тот или иной проект или диджея. Ребят, если бы я вспомнил всех, кто формировал наш с вами музыкальный вкус в 90-е, выпуск бы получился очень долгим. Единственное, что хотелось бы добавить, какие-то даты, обозначенные мной, могут не совпадать с датами релизов тех или иных команд. Дело в том, что между датой релиза и датой, когда музыка доходила до нас, могли быть годы. Так, впервые Пола Ван Дайка я услышал только в начале 2000-х. Поэтому обозначенные даты и года – это именно те периоды, когда я непосредственно столкнулся с той или иной музыкой. Конечно, говорить о музыке – это одно, но, как говорится, лучше один раз услышать. Специально к этому блогу я записал микс.
В нем я собрал наиболее полюбившиеся мне темы с начала 90-х и до начала 2000-х. Список тем, которые бы я хотел в него внести, бесконечен, но я ограничился 20 темами. Кому-то будет приятно вспомнить, а кому-то интересно услышать, как оно было. Ссылка в описании. Там же ссылки на треки, которые я создал на PS1. Приятного подслушивания. Ребят, благодарю вас за отзывы. Очень приятно осознавать, что мой блог вызывает у вас интерес. В одном из писем молодой человек по имени Айдар просит рассказать о продвижении музыки. Что для этого нужно, какие моменты необходимо учесть и прочие нюансы. Один из следующих выпусков блога будет посвящен именно этой теме. Ну а этот выпуск ZG-блог подошел к концу. С вами был я, Дима Шейкер. Пишите мне на электронную почту zgfest@gmail.com, заходите на сайт zgfest.com, подписывайтесь на мой канал на YouTube и отписывайтесь в комментариях. До встречи!